Всем привет, дорогие друзья! Вот смотрите, на дворе начало октября, облысел дуб. Облысел дуб, и что это значит? Это значит то, что пора делать заготовку для раков на зиму. Посмотрите, какие хорошие опавшие листья дубовые. Их даже не надо никак обрабатывать дополнительно. Вот на несколько часов работы мне обеспечено. Ну, предупреждаю вопрос о том, что за забором дорога. Скажу сразу, что дорога не оживленная. Машины там практически не ходят. Ну, за сутки 5, может 10. Я не считаю, что это как-то критично. Визуально листики все чистенькие, без пылинки. Есть какие-то вкрапления, но я не думаю, что это принципиально. Ну, раки второй год уже у меня едят их. Никто не жаловался пока. Так что вот. Такое вот подсобное хозяйство еще одно у меня появилось. Невзначай. Всем удачи, всем до свидания.